И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Ви, и мы с вами продолжаем играть в Borderlands 2. Итак, в предыдущей серии мы с вами пытались пройти гиперионскую бойню, но так как мне не повезло, и, короче, я бомбанул. Эту серию мы начинаем с вами с задания службы поддержки. В принципе, оно не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Потому как, хоть и дается здесь 5 минут на задание, соврал, 3 минуты на задание, но с каждого чека дают не полминуты, а 2. И главное, знать, где начать. То есть, вот смотри, первая точка у нас была вот здесь. Далее мы доезжаем до нее, берем чек, резко садимся в машину по газам, едем по этой дороге вот сюда, забираем чек, не обращая внимания на врагов, обратно в машину и полетели дальше по этой дороге, забрали чек вот здесь. Проехали по этой, забрали чек здесь, и у меня уже вот на этом этапе было 8 минут про запас. Все со спокойной совестью вот так проехал, и, ну, вот здесь я подох, конечно, из-за как раз-таки вот этого сраного Голиафа, который меня пнул. Мразь. Ну, посмотрим. Шлак. Ну-ка. Угу. Тоже 3 раза стреляет. Но есть коррозия. 331 на 14. Ну-ка. Нет. Нет, 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 нет. Спасибо. Магнум, нихера себе, на 600 уроном. Вот его я точно у меня дам. Так вот, идем, сдаем задание. Не топиться в лаве, главное. Будет смешно. И потом пойдем с вами снова на гиперионскую бойню. Ну сука, я ее закончу. Вот я ее закончу. На паузе, на записи, но я ее, блин, закончу. Так, едкий яд. Или самонаводящаяся. Хм. 0,5 секунды. Щиты. Нет, там щитовиков нет, так что возьмем едкий яд. Закупимся боеприпасами и встретимся с вами уже на бойне. Знаете, сейчас вот продавал вещи, и откуда у меня оранжевое ПП? Я вот реально помню, вот начинал играть минут 40 назад. Была только реликвия и метательная трансфузия из инвентаря. Вот это я подобрал на записи. А это у меня откуда? Я понял. Понял откуда. Когда я забирал чек вот в этой зоне, по-моему, он... Вот здесь он был. На домике, который надо было забраться. В который по лесенке вот тут. Вот здесь был, я не знаю, то ли капот, то ли багажник машины. Там вылезла зеленая хреновина какая-то. И еще какая-то, походу, как раз вот эта ППшка. Хм. Бронь ниже. Ладно, пусть пока поваляется. Жетон безбашенности нету, так что... Все, теперь точно встретимся с вами на гиперионской бойне. Ну и вот, берем снова заданицы с чертова третье. Будем надеяться, сейчас все получится. А, и да. Ее увеличил на...
3 к ракетомету, на 12 к снайпе и еще 120-ку взял для автомата. Ну и плюс еще гранатку на остаток. Мне осталось 10 эридия. Хорошо. Так, мы с вами запомнили с прошлого раза. На краю не стоять. А, там не прыгать на платформе. И на месте тоже не стоять. Ну, по крайней мере, на второй, третьей волне. А вот сейчас постоять так можно. Я уже что-то, кстати, не помню, как она... Нет, перебор. Папа. Another clean kill. Ло. Да вы... Чё такие живучие сегодня, э? Сегодня понедельник, что ли? Потому... Мать твою, куда... Я попал? Ха, я попал. Так, взрыв. Тварь. Да чтоб ты... Приловчиться к ним. Ага, получилось. Согласен. Так, надо чуточку пониже брать, чем... Мушка это вроде бы называется, я не помню. Так. Чё ж мне с тобой-то, скотина, делать? Я ему попал в глаз? Нихе. Вот это да. Так, вот он мощный ходит. Вот суповой набор. Зараза. Были два шанса, его просрал. Вообще красавчик. Чё там маршируете? Это просто попал. Мне надо крит. Отлично. Отлично. Так. А, не попал. Ну, сволочь, шо ж ты живучая такая, а? Шо ж вы, собаки, все такие... Почти все такие живучие. Так, 10. 10 убийств. Здесь мы научились, надо перепрыгивать. Ага. Этот загрелся. Делаем вот так. Ага. А с тобой что мне делать? Суповой ты наборчик. Ой, ёж! Хорошо, будем так делать. Ха! Окей. 13 из 14. Не попал. Попал. Не туда попал. Опять не туда. Граната твоя не долетит до меня. Ай, воспламеняющий груз. Чеки. Твою мать, не туда. А тут у нас кто? А тут...
Еще одна такая гнида. Окей, пока что обратим свой взор на пламеняющихся. А, нет, пламеняющих просто. Сдохни! Критом! Падла, не попал. Мне осталось троих еще критом и... Хорошо. Сами напросились, падлы. Так, о, засчитали. И синяя винтовочка пришла. Пока все это соберем. Иди сюда, гнида. Иди, 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 иди. Иди, говорю, а не лети. Это еще двое, да? Да. Ну, я косой сегодня. Ага, это тоже реактивный. А, не, да. Реактивный. Stay put. Итак, выбираем. Все отлично. Волна 2 кончилась. Началась волна 3. Инжи, которых надо хедшотами только снимать. Да что ж... А, не сошли... Чего? А, ну да, у него же шлемы. Окей, допустим. Вон та гнида, которая меня убила в прошлый раз. Из-за чего мне бомбануло. Ракетная мразь. Уйди отсюда. Ай, зараз, не попал. Инди каких пронал. Их там двое, что ли? Да, их там двое. Все отлично. Завалили одного. Перейдем, валим этого. Иди сюда. Спасибо. Гребаная привычка. Ой-ой-ой. Нахер, 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 нахер. Давай, попробуем. На, вторая мимо. Вот дерьмо. Дерьмо, 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 дерьмо. 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 Хорошо. Остался последний. Один остался Джара. Заразя, я что-то заставил. А вот теперь мне надо реально выносить. Че, не выносить, а... Куда? Упало. Выкачивать способность, которая продолжает захват. Вот я сейчас понял, что мне это реально сейчас надо. Оба-на. Ионники пошли. Не саксесс. Я еще жив. Сука! А вот это саксесс. Мать его. О, попал. Кто-нибудь не подскажет, почему у меня 76 кусков?
Опа-на, инспекторы подоспели. Привет, ребят. Так, сейчас он подходит. Нет, он не подходит. Мы сделали вот так. И вот так. Чтобы эти инспекторы знали, что нельзя ко мне так просто подойти. Просто взять, подойти и включить щит. Ну-ка, иди нахер. О, так. Четыре атаки есть. Одна осталась. Инспекторы. Кто приземлился за моей спиной? Привет. Нихера! Ты сейчас, мать твою, серьезно? Он еще и боевого строит. Ёпа мама. Так, мне нужна продолжительность захвата. Вот она. Вот это нахер. Вообще нахер. Коррозионного нет? Нет. У меня есть трансфузия. Надо строителя снести. Ой! Ёб твою мать! А, то есть тут никого больше не осталось, да? Да. Отлично. То есть его можно заставить прекратить строить. Ёба... Как я обожаю такие моменты, а? Вот как я их обожаю. Ты добил последнего врага на... локации и... сдох сам. Ну, хотя бы засчитали, что прошли. Двадцать восьмой уровень, просто, ага. А то, что они адаптируются под меня, не ничего, да? Хорошо, так. Смотрим щиты. Может, все-таки появится какой-нибудь круче моего. 854 снижение ХП. Нет, не-не-не-не-не-не. На такое я соглашусь только, если там будет емкость выше. Это мы точно уберем. Все, поехали дальше. Бойня раунд 4. Все оружие перезаряжено. Нужно сделать 35 гребаных критов. Да, 25 критов. Оба-на! Здрасте, вы кто? Намек понял. Ебди! Это, блядь, что сейчас происходит? Это чё за нахер? Еб...
японская гоматерь. Да что за дерьмо? Так, отсюда можем будет снайперов снять. Сейчас мы будем ждать, пока эти твари будут тут пролетать. Ага, ясно, понятно. А, тут снайперы подоспели. Ну, привет. Стоять! Гнида гус. Где там твой хлебала? Что-то перекосило. Опа-на. Нихера себе! Вы видели, кто это? О-о-о-о! На тебе хлебала. И тебе надо. Нехер меня выцеливать. И тебе тоже. Так, от снайперов вроде избавились. Это там завис, что ли? Отвис. Стоять на! I love my powers. О, еще один. Безбашенный. Вылез тут у нас. Ага. Интересно. Нет, не проходит. Не проходит им в глазок крит. А, он тут же был. Ноускоп! Зато это по мне попал. Ну хорошо, иди сюда, на. Так, ага, вижу, бульдозеры вышли. Причем эти твари знают, где... Чё? А, ясно. Пока что поставим нашу комету. Так, ну тут-то явно Джейкобс будет. Не попал. Попал. Патронов у меня еще до хера. Стойте дальше, там уроды. На ёпта. Я не могу понять, вот где именно эта точка. Чё, серьезно, что ли? Чё, серьезно? С одного крита? В глаз? Ну ок. Ну-ка. Не попадут, но я нихера не вижу. Вот он весь минус. Ага. Ионный у них где-то... Я чё, им попал в глаз, что ли? Отлично. Ионники. Котики, ионники. Да что вы... Ребят, притянитесь там и заткнитесь. Да, это синее дерьмецо сверху, это...
Отвлекающий маневр. Я ни хера не вижу, вот серьезно. Нет, не попал. Снова не попал, да что к тебе? О! А тебе мы отобьем щит. А с этим я ничего не сделаю. Уже эта тварь включила свой щит, сразу. Тот в меня не попадет в жизни. Этому мы в глаз. Этому тоже в глаз. Этому тоже в глаз. И там... Я сказал, тому тоже в глаз. Так, теперь оттуда пру. Вопрос, кто? Не наебнуться бы туда. Такой прогресс просрать. Ну шо, ребята, кто? Поджигатели? Боевые? Инженеры? Что-то никого нет. Но, с другой стороны, никого нет и никто не загрелся, это две разные вещи. А, ёпа-мама! Это отвлекающий маневр. Я неправильно понял расположение. Загорелась вот эта вот херовина. Я подумал, что из этих двух дверей будет выходить. Они, сука, вышли отсюда. По крайней мере, вижу двух воспламеняющих. Трех. Ай, как же мне в них попасть? Этот крутится, сука. Another clean kill. Ладно. Вы, блядь, серьезно? Are you fucking seriously? Да чтоб ты сыром обгадился, гнида. Так, вы идите сразу нахер. Чтоб вы, блин, обделались. Так, вот сюда крит, вот сюда крит. Вот сюда крит. Вот этой мрази в глаз тоже крит. Двойной желательно. Так, все, я остался без гранат. А это гребаная только третья атака. У меня уже снап окончается. Попал. Вопрос, куда я попал? В баллон с жидкостью? Да ёпа мама. Да ёпа мама дважды. Отлично. А вот это мне реально, походу, в баллон попал. Что там еще один выйдет? Или я могу перезарядиться? Давайте перезарядим. Ну-ка. Устроим перезарядку. Поднимем лут. За которого я еще, не дай бог, тут застряну. Это что? Защита. Ага, все-таки вышел, гнида. Все-таки он вышел. С этой позиции мне его не видно было. Щит.
Неуязвимость коррозии. Ага, все, пошел в атаку. А, я его, походу, не добил. Господи, 50... Только... Вы сейчас, блядь... Серьезно, да? Сделаем-ка мы вот так. Ты, блядь, серьезно, что ли? Ну, господи. I'm back, bitches. О, спасибо. Угу. Обосрись сначала. Обойдешься. Я не дам тебе никого построить. Легкого грузчика построил и хватит. Сдохни, мразь. О, боже. Это тот еще звездец. Так, кто ко мне ближе сейчас будет? Ну-ка, замри. ХП дай. Дай мне ХП сюда. Ой, ёпта. Тут дохерища всего. На больше... О, я попал? Я попал. Так, четвертая атака ушла. Взрыв-грузчики. Серьезно. Уйди от меня. Уползи, уйди. Они еще их десантируют. Эти иди нафиг. И все-таки я немного склоняюсь к тому мнению, что мне надо помощнее винтовку уже. Хотя 200 патронов они... Ладно. Допустим, нахер мне другая винтовка. Надо перезарядить эту. Так, ХП дополнительное есть, бабло есть. Время пока что тоже есть. Вон, вижу, несется уже один. И мы сейчас попробуем его вот так снять. Сколько? 107к? Это баг отображения или... Я ему реально 107 тысяч урона внес в глаз. Так, я видел там еще двоих. Даже троих. А, вон они где. Ракетные твари, да? Ой, ёпта. Так, а где-то там еще одного я видел. Главное, чтобы они на меня не пошли. Они ж мне задавят тупо. Так, крит раз, главное добить. Отлично. Ага, вон оно. Вон она, эта гнида мелкая. Чтоб ты... Отлично. Где-то еще один. Его вижу на миникарте, но не вижу, где он на локации. И второй тут где-то еще сидит. А. Спасибо.
Этот уже ракетный полноценный. Отлично. О боже. Ой, куда я пошел? Ёб твою мать, это что за херня? Ага. Турели. Это воины, что ли, поставили эти? Сраные. Сука, кто меня сбил? Вот с инжами гораздо быстрее сра... Ты вообще кто? Ёб твою мать! Уйди отсюда! А ты тем более! И ты тоже! Ой, бля! Ой, бля! Ой-ой-ой, бля! У меня жопа намечается! И моя ракетница косит, как всегда! И мне не хватит урона, я так понимаю, да? Но ёб твою мать! Это обидно! Это, блядь, обидно! Сука! Ёб твою мать, а! Это обидно, блядь. You won't find better merchandise anywhere else. I bet you of that. Caveat emptor. Two words, my friend. No refund. Это пиздец, как обидно. Ладно. Попытаюсь дойти до того же самого момента или просто пройти четвертый раунд. Это, в принципе, последняя была атака на меня. Два супербезбашенных я бы выиграл. Хорошо, небольшая пауза. Там посмотрим. Итак, я вновь дошел до этой... сраной шестой волны. Мне уже посчастливилось завалить одного из супербезбашенных. И остался вот он один. Я ему только что отстрелил руки. Ну там еще остались две турельки, но они ничто не значат. Осталось завалить только супербезбашенного. Это самое... Ай, последнее. Угу. А, живой? Живой. Сука. Вот они живучие какие, а? Да уже, блин, боюсь представить, что будет на пятом раунде. Потому что если сейчас такой пиздец происходит, в конце волны именно, что будет в пятом раунде? Способностью, а вторая у нас спонтанно. Охудительно, ёпа мама, а. О боже мой, господи, я вот тут подох первый безбашенный. Чёрти что, блин. Вот серьезно, я не знаю, как я пропотел сейчас. Точнее, насколько. Ладно, пожинаем плоды. ХПшку главное не взять. Нам мне еще пригодится здесь. Ой, как я чувствую, что она мне сейчас пригодится.
на пятом-то раунде. Пришлось много модификаторов, там, оружки выкинуть. Потому что я идиот, который не продал вещи между раундами. Точнее, между своим поражением в четвертом раунде и своей победой в четвертом раунде. О боже. Это... О боже. Это полный звездец был. В принципе, волна несложная. Самый звездец это... когда высаживается строитель с кучей безбашенных этих уродцев, которые инспекторы, во. О, а вот это мне нравится уже. Прицел, конечно, плевать, но... Ну-ка. О, да, я нашел новую РПГшку себе. И вот эта вот последняя волна, куча инженеров, кто еще толкаются, они могут тебя сбросить туда, могут сбросить в лаву там еще где-то. И два супер безбашенных грузчика, это звездец. О, неуязвимость к электричеству, ну-ка. А сколько у меня щит? 3700 у меня? 3900 даже. When you think murder, think Marcus Munitions. Я даже не знаю. Сингулярность. Не, сингулярность я продам тоже. Good luck. А, еще ракеты надо купить. Хорошо, на очереди у нас последняя бойня. Всего снайперская винтовка? Но круче моей она явно вряд ли будет. Потому что моя 2,5 выносит только так. Обычным выстрелом, а критом она там под десятку может вынести. Так, ну весь минус в том, что предыдущие бои, которые я проходил их на 2 раза. И я знаю, что ожидать. Опять я вообще в душе не ебу, что тут будет происходить. Так, 7 атак, 30 убийств. Так. Инженеры. Руку отстрелили этой скотине. Добили. Этот гранату кинул. Не докинул, видимо. Так, надо... Ой, ёшечки, ни херашечки. Твою маковку. Что там, издеваться, что ли, вздумали? Это хотя бы не идет уже хорошо. Блин, сглазил. Я его добил? Нет. Сраные инспекторы. На дьявол, еще и летающие мрази эти.
О, добил. Перезарядку устроим. И еще кто-то летит. Зашибись. Сколько вас там, мать вашу? Привет. Блин, критом. Давай. Крит. Да чтоб ты... Оба... Вот гниды. Куда нахер? Да худел что ли? Бляха-муха. Вы вы его опять отхилили полностью, да? Твари. Да взрывайся уже. Так, это летающий. Хер с ним, стоять. Ты мне столько крови попил, так что отдай ей. Так, живем. Давай, прыгай. Ага. Хер тебе врыва. Самый урод. Я обожаю свой дробовик. Ничего не знаю. Кто у нас тут еще остались? А, блин, не перезарядился. И докинул, мать твою. Ну мне тут улетать некуда, это уже хорошо. Давай. Хуяк. А, это не все еще. Там еще кто-то сидит. Ну окей. Так, он где-то под мостом. Его не вижу. Ну пока затишье перед бурей уже хорошо. Ты че это пистолеты? Накаркал, блин. Стоило на того, нет? По-моему, нет, она того не стоила. Смотрим дальше. О! Охудительно. Ну-ка, идем сюда. Путь. Кис, мазафага. Давай. Лазучик, первый раз в жизни вижу такого. Давай. Еще один. Какой инженер дебил. Целится хер знает куда. Вон там еще один кто-то ходит. Которого я не попаду с этой позиции. Инж. Ты что творишь? И где он? Ага, там еще кто-то высадился. Да ну вас нахер! Кстати говоря, в предыдущем бою, когда я... не на запись был, эти твари на меня сами поперли. Вот как сейчас эта сука делает? Ну разверни свой хлебало ко мне. Ага. Давай. Чувак, я могу долго так сидеть. Ну ладно. Кто тут инж-то подевался? Я понять не могу.
Так. Один урез. Это, походу, два инжа. И там еще один летающий. О, этот ракетный. Хорошо, гора не идет. Фу. Магомед не идет, гора идет. Ниху! Ты кто такой? Ага. Ясно, понял. Тебя мы убьем без крита. Потому что иди нахер. Мне такие ублюдки здесь нахер не нужны, которые сносят мне 4500 щитом и пол хп. Слава богу. Это обычный инжир. Иди сюда. Давай. Не попал. Слишком высоко. Крит. Так, ракеты пока не идет, тоже хорошо. А их там трое? Ёпа мама. Ну-ка, в глазик. Я сказал, в глазик. Ладно, тогда по рукам. Да вы почкованием, что ли, размножаетесь там? Ребят. Вот суповой ты набор. Так, вижу, еще один вылупился. Птенчик. Сейчас ты без рук останешься, птенчик. Так вот, еще один в минус. Если я увижу, где у него руки. То ли что с текстурами, то ли... А, нет. Просто развернулся ко мне боком. Да, он тут последний остался. Один остался, Джара. Хорошо, второй бой есть. Взрывники опять. А, нет, нихера, не опять. Здесь еще мощные пришли. Хлебало. Нихер прыгать. Я ж тебя слышу, падла. Вы издеваетесь? Иди нахер. И ты критом иди отсюда. Давай, ага. Я уже выработал свою тактику в борьбе с этими уродами. Давай, давай. Падла. Надо успевать им отстреливать либо руки, либо крит по глазам давать, пока они не запустили свою шарманку. Вот крит я ему в руку дал. Давай. В глаз крит. Все хорошо. Главное успевать вовремя отойти. Собака отбросил не вовремя. Ага, еще кто-то пришел. Another clean kill. Так, вот. У меня уже слова кончились. Ну. Здесь я хотя бы в выгодной позиции для себя. Может,
пока они до меня дойдут, я их раздамажу. Или хотя бы лишу оружия. Подтянись к нему. Я и тебя лишу рук. Отлично. Они теперь практически безобидны. Сейчас мы их закидаем какашками. Насколько мне помнится, криты по ним не проходят. По их благ... Что я там говорил? Практически безобидные. Ладно, не будем испытывать судьбу. У меня еще будет 4 атаки. Да ты... Ты ёбу дал? Слышь? Это моя территория. Ушел отсюда. Ой, ёб. Там кто-то еще приземлился. Все. Ушел. Ты кто? Еще один супер безбашен. Да вы еб... Смотри, добавить. Долго целишься. Я там до сих пор... А, не-не-не-не-не, это взрывной же. Это же взрывной суповой наборчик. И он, сука, бежит ко мне, да? Нет, их там трое даже. Ага. Вижу, раз... Нам вижу два. И вот так. Остался один. Тоже в руку его. Все, цели нет больше. Строитель! Строитель! Убираем его турельку как можно быстрее. И убираем его самого как можно быстрее. Да он нахер не нужен, просто. Он всю малину портит. Да пойдет. О, Риди, оказывается, тут валяется. Теперь самое сложное. Вынести снайперов. Я же знаю, там где-то... Я видел там снайпера где-то. Еще вон лазутчик пришел. Да ёпта. Чувак. Сдохни. Спасибо. Кто там нападает? Ага. Вот там снайпер был. Но это не по... Это второй уже снайпер, минимум второй. Я видел одного снайпера там. Да, вон он даже лазером своим палится. А это пытается меня через текстуру убить.
осталось? 15 патронов на снайперскую винтовку. Мало. Джейкобс у меня мало. Бандит у меня достаточно. Но это тоже. Я, кстати, я этим не стрелял почти. Так, солдат надо снимать со снопы. Как можно быстрее. Они мне могут за подлянки устраивать, типа... турелек. Так, это инж. Выгляни в окошко, скотина. На горошек дам тебе. Ну, сука, так тратить патроны. Я ж тебя вижу. Отлично. Another challenge completed. Так, инж, минус. До него пуля прилетела, что ли? Так, хорошо. 13 патронов. Что ты здесь? Я тебя не вижу. Окей. Давай на сближение пойдем. Давай станем друг к другу ближе. Ты станешь трупом, я стану убийцей. Далее. Еще 3 атаки. Я жду. То, что так дохера инспекторов, это мне уже не нравится. Сдохни. Ай, блядство. Серьезно. Это будет больно. Хорошо, было бы больно. Зашлакованный, что ли? У меня ППшки есть? Ну-ка. Ага. 3,750. Идите нахер. Так, это ППшка. Да, у меня ППшки есть. Хорошо, тогда воспользуемся ими. Патроны все равно до хера. Поймать его. Ай, сраная она. Гиперионовская. Дьявол. Блин, надо было с собой взять ту ППшку с проклятием. Пусть бы она орала тут. Стой, ё... Стоим бы по-быстроляну. Давай, давай, давай. Он чё, не сдох, что ли? Сука! Вот гнида, а. Вот гниды какие-то. Стоять, нахер. Надо вынести инспекторов, и все будет гораздо легче. Я видел.
обойдешься. Не починит тебя никто. Ну, чтобы она не сдохла. Привет. А вы что тут делаете? У вас типа туса, да? Они тут сажаются. Так, вон он безбашенный, еще один летает. Кто-то пытается меня тут достать. Ну, сука, ну почему? Сдохни. Отлично. Не починит тебя никто. Щиты восстановятся максимум, это все. Нет, нахер. У меня больше ППшек нету? Есть, но стреляющие очередями. Давайте, ребята. Stay still. Что вы сделаете мне? Хорошо, потрачу немного снайперов. Да идите! Еще скажите, что среди вас там затесался ремонтник. Я ржать буду. Кстати, трансфузионка. Трансфузионочка. На роботах же она работает? Да, она работает. Давайте достреляем патроны ППшки. Это кто там такой умный шлаком стреляет? Ага, все-таки есть там ремонт. Стоять! Вот какие ценные беды. И чё? Вот ты. Сука! Все, сейчас будет легче. Так, минус один, осталось четверо. Так, еще парочку трансфузионных кинем. Ну, штука никуда не летит, но зато эти гниды будут подыхать. Самый умный, что ли? Ой, девочка. Трое. Собрался. Отлично, двое. Нету медиков. Вырезал. И один остался, Джара. О боже, как я за... Парился. Там еще двое. Там еще двое стоят.
сука. Включились. Ага. Причем оба, только один завис, а второй отвис. Хорошо, но это пятая этапа. Пятая этапа, в принципе, лично, если найти нужную точку, где можно дефиться. Нихера себе. Вот это прикольная штука. Меткость плевать. Скорострельность, перезарядка. Слушайте, он один раз что ли стреляет? Два. Чё? 11? Нихера себе. Вот это лут. А, это этот по нему пытается попасть. Это... Тем более точно повышается. Ну блин, я понимаю прицел, но... Собака. Насколько урона больше? Сколько? 250? На 250. Считай, отличие только в том, что мой стрелял трижды. И был немного точнее. Ну и без прицела. Хорошо, посмотрим. Кстати, сколько у меня там по инвентарю-то? 17-27? Нормально. Но вот это вот Джейкобс, это дохерища. Это сила. Ага, раздуплился, значит. Раздуплился. Ну хорошо. Нихера себе. Я люблю этот дробовик уже. Вообще-то такой же, как мой, только... Помощнее. Так, снайперы. Немного помощнее, чем мой. Ну как немного, порядочнее. Так, снайперы. Не снайперы? Солдаты? Сюда идем на. А, нет, снайпер тоже есть. К снайперу лезть не надо. Ой, не надо к снайперу лезть. Надеюсь, это трансфузия. Ебать! Иди нахер! Иди нахер! Так, кто-нибудь сейчас видел, я получил второе дыхание или нет? Там ястреб этот сраный был. Ой, нахер! Ой, нахер! Ой, на... Да идите вы нахер все, ё-моё, дайте щиты восстановить. Найдем вам трансфузию. А, спасибо. Отлично. Это снайпер. Нет, солдат? Охудительно. Я люблю эту снап... дробовик. Чего? 8500? Не, у меня сильнее. Кстати, я за этот... За пятый раунд ни разу не использовал свой ракетомет. Я так понимаю, это тоже людишки, да? Инж. Ага. Снайперишка. На тебе вхлебала снайперишка. О, Эри. Ну-ка. Там, по-моему, два инжа стоят. Как стоят, бегут. Японский бог. Иди отсюда. Серьезно, да?
Там ястреб этот сраный был. Если кто не заметил. Пекин. Пекин, Пекин, Пекин. Пекин, Пекин, Пекин. Гнида, я не успел. Иди нахер взрывной. Взорвись, падла! Вот лужи, а. Там боевой пришел. Гранату дайте. Отлично. Гранату мне дайте, мать вашу. Кто такой умный там по мне пальнул электричеством? А. Нашел. Бульдозер. Да сдохнешь ты или нет? Бульдозер! Так, я чувствую, что боевой подходит. Боевого уже подходит. Ой, ракетный пошел в бой. Это жопа. Давай, боевой, выходи, мать твою. Гнида, только решил пострелять по ракетному. Этот активизировался. Отлично, ушел. Это... Кто? А, это еще один ракет. Нету медиков, нету. Убили. По крайней мере, я не видел. Шлаковый еще. Вот сука. Ну иди сюда. Главное не упасть. Ты так орать будешь, что стены не помогут. Соседи услышат. Иди сюда. Простые игрушки с пушками. Ага. Ок. Это ваша шестая атака, да? Ваша шестая волна. Надеюсь, снапа будет того стоить. Ебануться! Идите нахер! Ой-ой-ой-ой-ой, я забыл, моя забыл, что у этого ублюдка тут турели. А, хотя у меня есть еще вот такие выжить. А, у меня же суперская ракетница, твою мать, что я туплю? Ага. Это обычный строитель уже. Уже легче. Потому что это гнида меня не сбила. Ой-ой-ой. Видите теперь? Желательно все. Отлично, добил. О, боже мой. Пятая. Бой, точнее, пятый раунд в разы легче, чем четвертый. Вот серьезно. Прям в разы. Ты живой до сих пор? А, да, ты с 30-го левела уже. Так. Сука, мы снимаем щит. А, она сама сдохла, окей. Добиваем турельки. Там еще одна, что ли? Ребята, вы что делаете?
вещи поплюдали. А, там еще реально турелька есть. Какая-то. А, она в конце там стоит. Все понятно. Да, конечно, опять привыкать к дробовику, который бьет дважды. Ну ёпа, мама, а? Зеленый лут. О, зато и Риди здесь валяется до сих пор. И я хер его знает, откуда он. То ли с четвертой волны, то ли еще раньше. Или недавно выбил. Честно. Чё, блядь? А, там же еще ремонтники летают. Ядрить они тут, что там замутили. Ну окей, тусите пока, я вас не трогаю. Воу! Сука, я ж вас не трогаю, ну какого... Ренадёра. Метательная разделяющая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Она будет круче моей легендарной? Нет, блин, ну возьму. Иди сюда. Стоять! Взорвись. Так, два остались. Супер, раступлился. Ты смотри на него. Ненадолго. 3700 с дроби, мать твою честную. Я худею просто. Херовый. Так, стой на месте. Молодцом. Ну посмотрим, что это за снопа. Вряд ли она будет круче моей. По урону, по крайней мере. Но явно она будет у меня валяться в банке. Так, на эту арену я больше не вернусь. Ну нахер. Тем более здесь квестов больше нету. Так что осматриваем все в последний раз. И... да. Да ладно. Я там еще синее, что ли, пропустил? Ага. Я с безбашенного строителя собрал лут. А с обычного-то не собрал. Твою мать. Могли что-нибудь другое синее засунуть сюда. Нет, блин, они засунули какую-то херню. Так, избавимся от чего-нибудь белого. Вот от этого, например. Ну, считай, 400 менять на полторашку. На 1500 имеется в виду. Так, для начала продаем. Потом посмотрим, что за награда нам перепадет. Ну, я заколебался. Вот честно, я заколебался. Thanks for the scratch. Lovely. Thanks for the scratch. Caviar Emptor. Не, у меня еще покой патроны кончился. Так, это я точно продаю. Нафиг, 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 нафиг.
Нафиг, нафиг. Так, это нахер. Это туда же. Это доступно. В баню. Так, липучий... Нет, липучий метательный трансфузий я не люблю. И это тоже в баню. Так, этот... Нафиг. Вот это посмотрим. Посмотрим щи... 3900. А мой у меня 3800, да? 3877, 983. Берем. Секунду, я не поторопился с выбором. Нет, не поторопился. Потому как... Да, я скорость подзарядки теряю. Задержка подзарядки становится немного дольше. Но плюс 50 хп я получаю. И плюс еще 100 щита. По-моему, это хороший расклад. Ну что, чувак? Какую снопутную не предложишь? Ёб твою мать. Банк. Банк. Нет. Так, реликвию живучи себе пока оставлю. Трансфузия. Я пока буду носить комету с собой. Там посмотрим. Почти взяли 33 левел. Ладно. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Я с инвентарем разберусь уже не на запись. А на запись мы с вами пойдем уже в котел Пилозуба. Это через... Как его? Через Иридиевый мор. Как раз выходим к котлу Пилозуба. Давайте еще потратим жетоны и точно закончим. Давайте этот минус задержка подзарядки и давайте скорость подзарядки сделаем. Все, всем пока.